«Облака ручной работы» – заинтригующим, как будто ювелирным названием, пять новелл о любви, пять историй, придуманных и подсмотренных, пять оттенков одного чувства, которое вспыхивает ярко, наполняет жизнь смыслом. Структура этого фильма, она такова, что начинается она с истории про детей и заканчивается историей про стариков. Вот. И моя задача была, в общем, показать вот какое-то такое движение, да, этого чувства. Детство, когда чувства просыпаются интуитивно, и мир кажется бесконечным. Юность, когда счастье внезапно сваливается с неба, тревожит и бередит душу, но также легко оказывается иллюзией. Зрелость, когда отчаяние сменяется уже нежданным счастьем. Семья, когда люди долго живут вместе и, как небожители, перевозят облака с континента на континент. И, наконец, склон лет, когда один уходит раньше другого, а любовь живет вопреки очевидному. На самом романтическом месте, когда 3,5 истории были отсняты, у авторов закончились деньги, работа встала. Все финансирование, которое нам Госкино выделило, мы его потратили на фильм. И сняли именно тот метраж, на который было дано это финансирование. Да? Но нам его не хватило. Раз. И не хватило времени. Два. 70% сметы выделило Министерство культуры, поддержав проект грантом. Но любовь в бюджет не вместилась. Ирина – убежденная сторонница ручной анимации, в которой она сделала 2 предыдущих своих фильма. Она также упорна в желании создавать на экране эффект настоящей живописи, как и ее кумир, классик Юрий Нарштейн, который все же надеется закончить свою уже ставшую мифом «Шинель». Работу над ней он начал более 30 лет назад. Ирина после 7 месяцев простоя бросила клич по друзьям и неравнодушным к любви и творчеству людям, в том числе и в интернете. В проект вернулась надежда. Я, честно говоря, не ожидала, что так произойдет. Мы собираем этот проект, запущен с 4 февраля. То есть, по сути, сколько? 9 дней, да, получается. Мы собрали почти 200 тысяч. Всего для окончания «Облаков» ручной работы нужно более 2 миллионов рублей. А пока фильм, как всякая истинная любовь в какой-то момент, бездомна и неприкаяна. Но всегда ищет и надеется на счастливый финал. Валерия Кудрявцева, Александр Шиповал. Новости культуры.